Привет, ребята, это Мачете. 15 сентября в Ташкенте во Дворце Дружбы Народов состоится наш концерт. Чудесное название – Дворец Дружбы Народов. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить о любви. О любви, не о той любви, которую мы сегодня слышим на волнах радиостанций, не о той любви, за которой можно сегодня наблюдать на обложках журналов, а о любви настоящей, искренней, внутренней, о том чувстве, которое связывает нас на совсем другом уровне, на уровне, который над национальностями, над религиозными конфессиями, над какими-то принадлежностями, любви, которая есть в нас, в каждом из нас изначально. Я хочу, чтобы мы запустили очень большой сигнал в этот мир, потому что единственное, чему ему не достает сегодня, это именно любви. Все сделано для того, чтобы мы были разобщены, не понимали друг друга, не слышали, не чувствовали. Но этот внутренний импульс, который есть в каждом из нас, и который как увеличительный шар большой, с чистой энергией, соберется в этом дворце дружбы народов и пойдет дальше в мир, это то, что нужно сегодня нам всем. Так что до скорой встречи, с нетерпением жду ее. Мачете.